Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем огромнейший привет, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И сегодня у нас с вами рубрика «Открываю новую косметику, буду пробовать что-то новое или повторяю полюбившиеся мне средства». Первое, что я хочу вам показать, вышла новая линейка в компании Tiandé, это линейка премиум. Такого антивозрастного действия с пептидами, с гиалуронкой и с эвгленовыми водорослями. Ну, в общем-то, с большим количеством питательных и насыщенных компонентов. И я, конечно же, ждала и заказала, и вот уже открываю для себя и пользуюсь. Это у нас пептидный крем для век от морщин. Довольно-таки большого объема он. Здесь 30 грамм. Вот в стекле так выглядит, мне он очень понравился. Посмотрите, вот такой вот он по консистенции. Сам кремушек для век, активно им пользуюсь, очень мне понравился и подошел. Сглаживает и смягчает выраженные морщинки. В общем-то, что здесь еще? Способствует естественному синтезу коллагена, улучшает, успокаивает кожу вокруг глаз. В общем-то, на омоложение и на разглаживание мелких морщинок. Все ссылочки на компанию Tiandé оставляю в инфобоксе под видео, по которой вы сможете пройти, получить свой номер. И также, как и я, заказывать интересную продукцию. Скидка 35% и выгодные акции предложения. В этой линейке премиум еще вышло два продукта интереснейших. И это у нас коллагеновая эссенция для лица от морщин. Вот в таком вот флаконе 50 миллилитров. Очень интересный дозатор. Вот такая прозрачная и гелевая. Практически серия не имеет аромата, но прям такой нежнейший. И это прям как сыворотка для лица, дает мощное увлажнение кожи. Еще также успокаивающий эффект есть. Сияние дает коже и сглаживает морщинки, укрепляет и подтягивает каркас кожи. Такая вот. Так, на ручки нанесем. Ручки тоже надо, конечно же, омолаживать. Интересно, я посмотрела, здесь нет никакой трубочки, ничего. Думаю, как же так интересно подается сама вот эта вот жидкость. Прям очень интересно. Это вот сама, получается, сыворотка. Но называется она «Эссенция для лица». И еще один продукт в этой линейке. Это у нас полипептидный крем с коллагеном для лица от морщин. Также 50 здесь миллилитров. Здесь антивозрастной эффект, антиоксидантное действие, обильное увлажнение, успокаивает кожу. Не жирный, не какой-то там такой, не тяжелый. Вот. И еще этот крем, самое главное, способствует укреплению матричного каркаса и разглаживает микрорельеф кожи. Здесь точно такой же дозатор. Вот так выглядит сам кремушек. Очень быстро распространяется. И тоже он такой, кто вот любит очень многие такие консистенции. Это, наверное, самая любимейшая консистенция, которая есть в кремах. Подойдет для любого типа кожи. С какого возраста вы скажете пользоваться? Если у вас есть возрастные изменения, если вам нужно разгладить морщинки, если поплыл тургор кожи, овал лица. Ой, приятнейший, прям тонкий, нежный аромат. Прям, ну, очень-очень классный, конечно. Значит, следующее, что я открыла для лица, и это восстанавливающая ночная крем-маска Биотики, тоже от компании Tiandé, вышла в линейке Vitaderm. Вот так вот выглядит маска, там еще защитная крышечка, такого нежно-приятного цвета.
на лице незаметная, не скатывается, не липкая, отлично увлажняет. На ночь нанесла крем для век вот этот, нанесла на лицо шею декольте маску, и мне понравился эффект. Кожа отдохнувшая утром, такая напитанная, все вообще замечательно, приятный. Практически нет аромата, но прям такой еле-еле уловимый. Такой аромат свежести. Свежести, чистоты, чего-то такого. В стекле здесь 50, у нас получается, миллилитров. И такая вот масочка здесь, крышечка. И посмотрим. Вот такая вот маска. Кремообразная маска. Тоже прям хорошее увлажнение дает для лета, когда восстановить кожу нужно, успокоить. И да и зимой от ветра, от холода прям вообще будет замечательно. Я уже протестировала, мне понравилось. И еще в этой линейке вышел Витатерм спрей. Это такой у нас восстанавливающий спрей с эссенцией биотики для того, чтобы успокоить кожу. Этот продукт можно в дополнение наносить после тоника. В дополнение. Я вот эти вот серии объединила и все вместе пользуюсь. Мне очень понравился спрей, хороший распылитель, дополнительное увлажнение кожи, успокаивает, значит, и работает еще с PH-ом кожи, устраняет изоты, покраснение, дискомфорт. Здесь содержится 4 вида гиалуроновой кислоты, глубокое увлажнение, а это у нас и эластичность будет. Так что, в общем, вот такие у меня в уходовых продуктах пополнение в использовании. Следующее, что я открываю, и это мицеллярная вода с фитокомплексом закончилась. Это из Spa Technology от компании Tiande. Постоянно вам показываю, с дочкой переливаю в дозатор. Но летит очень быстро. Стрелки, брови, тушь, все отлично снимает макияж. И, в общем-то, все замечательно, довольны, нам нравится. Еще из уходовых продуктов по уходу за кожей лица две штучки у меня есть. Гидрогелевые патчи для век, пептидный микс. В общем-то, буду их использовать. Нашла такие патчи у себя. Значит, это у нас по уходу за лицом. Следующее, что я вам покажу. У меня пополнение парфюмерного гардероба, и у меня появился вот такой вот аромат Attraction Awaken, такой вот интересный, выпущен был в 23-м году, вообще цветочный аромат, такой насыщенный, потому что здесь есть в верхних нотах кардамон, он дает такую интересность, черную смородину, здесь мандарин, значит, очень довольно-таки такой стойкий. Быстро не слетает в жару, отлично он раскрывается, хорошо держится на горячей коже. Интересный аромат, в общем-то, купила его на маркетплейсе, приехал он мне с другой страны. Мне кажется, у нас такой не продается, ну и, в общем-то, меня он заинтересовал. Я, конечно же, захотела, чтобы у меня, значит, такой аромат был. Тем более, мне линейка Attraction очень нравится. Вот, и поэтому он такой стойкий, отличающийся от классического Attraction, очень так сильно, ну, очень прям упал в сердечко, потому что он такой ух, стойкий. Следующий аромат, который у меня появился, пополнилась линейка моя ароматов Ив, хотя я думала почему-то, что у меня их особо нет, а оказывается есть. Ароматы даже в линейке Ив у меня есть, которые аромат снятости, вот, ну и у меня появился аромат Ив Бико. Тоже был в 23-м году вообще выпущен, флакон в виде бабочки, очень красивый. Это у нас цветочно-фруктовая группа. Очень такой нежный, аромат универсальный, непритязательный, ну, вкусняшка, шлифит, подойдет для работы, никого не удушит. Здесь есть сладкое яблочко, персик, отлично на лето будет, такой комплементарный, в общем-то, аромат. Я коробочки храню, и поэтому, в общем-то, показываю, что у меня есть и коробочки.
Следующий аромат, и это пополнение также линейки Eve. И уже это у нас аромат Eve True. Он вышел раньше намного, в 2019 году, группа цветочно-фруктовая. У них есть схожесть, это в крышечках. Вообще линейка была большая, Eve, что-то появлялось, что-то снималось. Ну вот у меня вот этот появился. Здесь есть, знаете, лист черной смородины, и вот пахнет чем-то зеленым. Ну, я не скажу, что яблоком, нет, но так деликатно звучит. Приятно свежий, легкий аромат. Есть какая-то, и чувствуется кислинка от фруктов, но она очень приятная. Прям тоже комплементарный, нежный такой девчачий аромат. Подойдет и понравится действительно тоже, в общем-то, многим. Следующий аромат, который у меня появился, и это у меня есть классический лак, и а это у нас вот такие вот тридцаточки, которых несколько, и вот у меня Фрида. В 22 году он выпущен был, крышка похожа на крышку Attraction. Значит, хотя у лака там другие были крышки. Вообще аромат совсем непростой. Такой аромат фреша какого-то, очень интересный, освежает. Раскрытие такое постепенное, стойкий, долго держится, удивил меня, прям удивил, приятно порадовал. Что-то такое есть, схожесть, знаете, с ароматом мужского для бритья. Вот я бы вот так сказала. Мне понравился аромат. Интересно, прям интересно. Следующее, что мне нужно из декоративной косметики, я повторяю и открываю для себя повторно, уже не в первый раз, от компании Tiande шелковую пудру для лица. Она идет, ну это вариант компактной пудры, она идет в одном оттенки, отлично подстраивается, матирует. Она, так скажем, из всех тех пудр, которые есть в компании Tiande, это, можно сказать, самая, да, она и есть, самая светлая пудра. Вот такой вот дизайн у нее. У нее здесь 10 грамм. Тут есть зеркало, значит, пуховка, которой я не пользуюсь, и я наношу кистью. И это вот такой вот светлый оттенок. Это самая светлая пудра. Вот так. Оттенок передается правильно и верно. Светлый оттенок пудры. Открываю ее для себя. Классно. Очень довольна ей. Дальше. Из декоративной косметики использую в базу по тени и открываю для себя базу по тени. Базу по тени. Вот такую вот. Еще масло эссенция для волос в капсулах от компании Tiande. Лето, жарко, солнце, волосы длинные, чтобы не пересыхали, потому что ультрафиолет также негативно влияет, как и сушка феном, использование утюжков. И вот эти вот капсулы, если вы хотите отрастить, сохранить волосы, несмываемый экспресс-уход, очень вам рекомендую. Классные, настолько классные вот эти вот капсулы для волос. Я их пробовала наносить и на сухие волосы, и на влажные волосы. Волосы не утяжеляются абсолютно, они становятся какими-то липкими. Просто классная эссенция для волос. Вот такие вот. Здесь отрываем или отрезаем, выдавливаем полностью всю капсулку и по длине наносим. Очень классные штучки. 20 штук здесь. То есть на 20 применений восстанавливает волос. Если волосы убитые, пересушенные, нужно просто после каждого мытья головы наносить эту капсулу, маслоэссенцию, и волосы вы потом не узнаете, скажете, о, как быстро восстановились волосы. Следующее, что открываю, жидкий кальций, зубную пасту
зубную пасту от компании Тиандэ. Люблю, перешли, пользуемся. Освежение хорошее, очищает хорошо зубы. Отбеливание, значит, что еще? Нет налета, приятный по вкусу, не ядерная, не термоядерная, классная зубная паста, очень нравится, открываю в очередной раз. Еще из таких, что еще у меня? Закончился у меня хондроитин с глюкозамином, это травяной сироп, значит, и с противовоспалительным комплексом. Хорошее содержание, здесь концентрация хондроитина и глюкозамина и МСМ. Вот, все расписано. И плюс еще вот такой вот состав, здесь цинк, хром, витамин С и противовоспалительный комплекс. Для, значит, это того, чтобы для колени, суставы, все это нужно поддерживать. Такое пьется от полугода до двух лет в стике. Можно разводить в воде, можно выпивать непосредственно из стика. Я просто открываю и запиваю водичкой. Мне нравится очень вкус, очень приятный, какого-то компонента, видать, в организме не хватает, и мне прям очень-очень прям, что открывай второй, ешь второй, ну, по одному стику в день. Такой упаковки хватает на один месяц, снимает болевые ощущения, значит, лучше себя значительно чувствуешь, подвижность восстанавливается. Ну, в общем-то, симптоматика улучшается, улучшается, улучшается. Мне очень нравится. Я вот уже пропила две такие упаковки, вот открываю третью. Довольна, довольна результатом. Буду пить и дальше. Кто смотрит мой канал регулярно, постоянно, знает, какие у меня проблемы случились, как долго я искала причины, ходила по врачам, пила, мазала, клеила, что я только не делала для того, чтобы себя привести в чувство. Процесс был очень такой долгий, и снимки, и МРТ, и другие, в общем-то, обследования, и к сосудистому хирургу я ходила, и к хирургу-травматологу, и к ревматологу, и сдавала анализы, и, в общем-то, искала причину. Ну, в общем, путь был долгий, и вот этот... Пила я хондроитин другой, не помогала вообще, концентрация была меньше, ну, видать, не знаю, не помогала. Вот этот начала пить, все стало, в общем-то, восстанавливаться, все стало замечательно. Следующее, что я открываю, у меня закончился комплекс кальция Марин. Это у нас кальций, пьется и усваивается кальций вечером. Я пью часов 7-8 вечера, но вспомнила, сразу выпила. Пью по 3 таблетки. Здесь, значит, 3 таблетки – это нижний порог суточной нормы, 5 таблеток – верхний порог суточной нормы. Все расписано, содержание, сколько от суточной нормы. Вот. И мне такой упаковки 90 таблеток хватает. Здесь, видите, она вот так упакована. Ее надо открыть. И там, в общем-то, ну я потом открою, и там беленькие такие таблеточки. Вот. Вот так. Следующее еще. Таурин, аминокислота. Это все БАДы от компании Тиандэ. Это из серии Доктор Тайга. Это вот кальций у нас. Это, значит, комплекс Диаклаз. Аминокислота, таурин, триптофан, глицин и трианин. И сердечно-сосудистая система, и нервная система. Потому что это сосуды, капилляры, зрение. Всему необходимо. По одной капсуле в день вот такие вот капсулки пью. Так, следующее, это еще не все. Следующее, что открываю, вот такие вот нефритовые свежие ежедневные прокладки с экстрактом алоэ. И классные, значит, очень много их, вот эти нефритовые, они с таким охлаждающим эффектом. Интересный эффект, который прям удивляет, кто только начинает пользоваться с таким средством гигиены. Они 20 штучек в упаковке. Вот такие вот интересненькие, освежающие с экстрактом алоэ, не создают парникового эффекта, такие фитокомпрессы для женского здоровья. Ну и средства гигиены, конечно же, тоже. И открываем вот из уже из эко-серии салфетку для мытья посуды. Я их
использую регулярно, но через какое-то время, как бы там ее все равно не стирал, не стирал, конечно, салфеточка уже выходит из строя. Значит, с вот этой стороны, так, все эти прошиты, вот такого размера, с этой стороны она вот такая размер, мягенькая, а с этой, она, видите, такая шершавенькая. Очень хорошо все на себя собирает, отмывает, удаляет с поверхности посуды, грязь, что-то там такое. Можно мыть без моющих средств. Конечно, такие салфетки можно использовать для чего? Для мытья посуды, вытереть со стола, выделить отдельную такую салфетку и мыть, допустим, в ванне, умывальник, биде, ванну, потому что где-то что-то раз-раз-раз, она не царапает, не травмирует, не руки, знаете, ну, понятно, она шершавенькая, но, то есть, она не травмирует руки и не будет акриловой ванны, в общем-то, царапать. В общем, классная салфетка, вот мне понадобилась новенькая салфеточка для мытья посуды. Вот, открываю и ее тоже. Ну, пожалуй, это все те средства, наверное, которые я хотела открыть для себя на этот раз. Может быть, что-то забыла, может быть, что-то открою еще, но пока на данный момент, пожалуй, это все. Буду прощаться с вами, очень рада, что сняла это видео для вас, обнимаю вас очень крепко, целую и говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной, я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.